С вами megaobzor.com. В центре внимания сегодня вертикальный пылесос Hyundai S7570, который у нас оснащен мощным двигателем, аккумулятором с длительным временем автономной работы и многоступенчатой системой фильтрации с HEPA. Комплект включает основной блок, удлинительную трубу, напольную насадку, гибкую муфту, насадку 2 в 1, щелевую насадку, кронштейн над стену, адаптер питания, руководство пользователя. Выбрана интересная цветовая гамма с сочетанием темно-синего, серебристого и акцентами красного цвета. Выглядит технологично и премиально. Моторный блок с ручкой пистолетного хвата, в основании курок, отвечающий за включение пылесоса. Для ее нажатия не требуется смена хвата во время уборки. На сторону пульта направлен цифровой дисплей, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора, а также активный режим работы. Переключать режимы можно с помощью дополнительной кнопки. В основании ставится аккумулятор. Проблем с его заменой не будет, также есть возможность приобрести дополнительный. Контейнер для сбора сухих загрязнений объем 700 мл. Он выполнен из полупрозрачного пластика. Его можно опустошить, не снимая с корпуса, просто открыв крышку. Многоступенчатая система фильтрации. Состоит из циклонного фильтра, механической с мелкой ячейкой и HEPA. Все разбирается и обслуживается. В комплекте с Hyundai S7570 идет настенный крепеж, который можно зафиксировать в прихожей или на внутренней дверце в шкафу. Есть держатели для дополнительных насадок. Основная напольная насадка ставится через удлинительную трубу. Выполнена она из металла. Места соединения усилены. Собрана в состоянии высота 119 см. Эксплуатировать пылесос могут люди разного роста. У основной насадки соединительная муфта вращается в разных плоскостях, позволяя изменять угол наклона, добираясь до труднодоступных участков. Два дополнительных пластиковых колеса упрощают перемещение по полу. На передней грани группа из светодиодов освещает пространство по пути движения. На верхней грани насадки прозрачная крышка, позволяющая оценить степень наматывания волос и ниток. Внутри вращающийся валик с рядами из искусственного ворса, расположенных по спирали. Дополнительные болевые насадки можно ставить как через трубу, а также напрямую на корпус моторного блока. Отдельно Hyundai S7570 сопровождается гибкой муфтой, с помощью которой можно подбираться к самым удаленным участкам. Это щелевая насадка с удлиненным и суженным соплом. Полевая насадка формата 2 в 1 с выдвижным блоком с ворсом. Беспроводной пылесос оснащен двигателем мощностью 380 Вт с мощностью всасывания 110 Вт. Доступны три режима работы. Переключается при помощи кнопки. Чаще всего эксплуатируют на начальном уровне. Он хорошо справляется с сбором загрязнений на твердом покрытии, включая ламинат и паркет. Увеличение мощности оправдано, например, при уборке ковров, мягкой мебели, и он не уступает по ощущениям по эффективности работе пылесосом с проводным подключением, представленным в том же самом сегменте. За счет использования многоступенчатой системы фильтрации он не поднимает воздух частицы пыли. Можно эксплуатировать в помещениях с аллергиками и детьми. При этом выбор насадок и отсутствие привязки к розетке дает возможность убирать салон автомобиля. Объема контейнера 700 мл было достаточно для уборки двухэтажного дома с площадью 130 квадратов. Это же касается времени автономной работы. На начальном уровне работает беспрерывно до 60 минут. Повышение мощности ожидаемо сокращает. На самый высокий проработает 16 минут. Цикл восстановления занимает 2,5 часа. Оснащен пылесос аккумулятором емкостью 2500 мАч. В итоге получаем вертикальный пылесос с циклонным фильтром. Из минусов отметим отсутствие моторизированной насадки для мебели. А в целом Hyundai S7570 станет хорошим вариантом при выборе пылесоса для дома. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.